Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, сегодня... дорогие друзья! Сегодня мы собрались здесь, чтобы рассказать вам про новое устройство Sony. Борис традиционно сейчас в лучшем виде все нам объяснит. Итак, перед нами новинка компании Sony Mobile. Это аппарат, который получил название Xperia E1. И это развитие нашей линейки для начинающих пользователей смартфонов, которым важно, чтобы аппарат был простой, но при этом функциональный. Итак, устройство имеет экран 4 дюйма разрешением 800 на 480 пикселей. Устройство сделано в нашем стандартном, скажем так, классическом дизайне Omni Balance Design, то есть как бы вы ни смотрели на этот аппарат, он со всех сторон хорош. И устройство имеет, смартфон наш имеет несколько ярко выраженных черт, о которых я хотел бы сказать отдельно. Во-первых, это прочный корпус, это использованный soft-touch пластик. Вот. То есть аппарат очень хорошо лежит в руке, он достаточно компактный. Да. И если мы будем смотреть на него с разных сторон, то здесь мы, собственно, увидим с вами экран, как я сказал, уже 4 дюйма. На правом торце у нас с вами кнопки включения-выключения, качелька регулировки громкости. А вот сзади у нас расположена 3-мегапиксельная камера, и под этой вот решеткой скрыт очень и очень мощный динамик громкостью до 100 дБ. То есть это реально аппарат, который очень и очень громко способен воспроизводить музыку. На левом торце у нас расположен только разъем под microUSB, ну а вот сверху расположено самое интересное. Здесь у нас расположен вход под наушники, и рядом с ним расположена кнопка, которая включает Walkman Player. Можно небольшую ремарку? Уже очень давно на аппаратах Sony не было, соответственно, никаких кнопок, связанных с Walkman. Да, и это в некотором роде возврат к истокам. Back to basic, да. Мы возобновляем вот эту историю с выделенным музыкальной функцией. И здесь как раз кнопка Walkman, нажав на которую, вы можете запустить плеер. У нас сейчас начинает играть музыка, могу сделать погромче. Он способен переорать весь этот окружающий шум. Да, телефон действительно очень громкий. Повторное нажатие выключит музыку. Ну и как бы у этой кнопки есть еще дополнительные функции. Например, двойное нажатие сменит трек. Да? Перемотка вперед. Да, перемотка вперед. А если вы нажмете эту кнопку, зажмете ее и потрясете аппарат, то у вас треки будут меняться, соответственно, либо вперед, либо назад, либо в случайном порядке. Вот. То есть, таким образом, мы получаем громкий динамик, мы получаем кнопку, которая отвечает за включение-выключение непосредственно музыкального плеера и перемотку музыкальных треков. Вот. Ну и в целом этот аппарат у нас, конечно, более направлен на молодежную аудиторию, потому что сделан в таком, скажем, молодежном дизайне, я его так назову аккуратно. Три цвета, да? Будет три цвета, это будет чисто черный, это будет вот такое сочетание черного и белого, и будет фиолетовый еще цвет. Если же мы говорим с вами про внутреннюю начинку, то это двухъядерный процессор Qualcomm, это два ядра по 1,2 гигагерца, это 512 мегабайт оперативной памяти, и это 4 гигабайта встроенной памяти для пользователя. И плюс здесь же есть и слот для карточки microSD, то есть вы можете память себе всегда расширить и добавить. Что еще интересного стоит отметить про этот аппарат, это про то, что у него будут две версии. Версия с одной сим-картой и версия с двумя сим-картами. Соответственно, в трех цветах будут и та, и другая версия. Пожалуй, все, Сергей. Когда если он появится у вас... в продаже? В продаже он появится в первом квартале 2014 года, то есть, в общем, достаточно скоро. Цена? Пока не анонсировано. Традиционно вы не хотите мы скажем цену чуть ближе к выходу аппарата. Но это будет приятная цена? Это будет хорошая цена. А он водонепроницаемый или нет? Нет, это базовая модель, поэтому она у нас, к сожалению, не умеет плавать. Ты сказал насчет двух симок? Да, сказал. А версия, которая будет с двумя симками, она будет дороже или будет дешевле? Если и будет дороже, то незначительно. Поддержка LTE? В этом аппарате нет.
А потребитель кто? Молодой человек, который хочет познакомиться с Android? Ну, либо молодой человек, которому нужен музыкальный аппарат, либо человек, который первый раз покупает себе смартфон и который не хочет тратить на это много денег, но при этом которому нужны хорошие функции. А здесь, в общем, большой экран и начинка современная, и работает он без проблем, быстро. Вот, а про аккумулятор ты сказал? Аккумулятор здесь 1700 мАч, то есть аккумулятора хватает на день работы без всяких проблем. Ну, на этом, наверное, все. Спасибо большое. Сейчас будем рассказывать про другое устройство. Спасибо. Спасибо.